Осторожно, возможно, ненормативная лексика. Ребята, девочки, всем привет, здравствуйте, мои прекрасные, замечательные, самые лучшие подписчики канала, а также гости, которые хотят стать такими же умными, образованными, интеллектуально развитыми и самыми красивыми. Также подписывайтесь на мой YouTube-канал. Всем приятного просмотра, чуйки-печеньки подготовили, погнали. Сегодня с вами продолжаем разбираться в нашем дезлупе, в котором в прошлой серии я там помучился, там что-то с этими генераторами, все никак не получалось, оказалось. Я потом пришел, поперечитывал записочки, все там сам себе поподготавливался, чтобы... Потому что игра не такая уже и простая, тут надо, блин, слушай, варить эти супы, надо думать, что там вообще происходит, что надо делать. Вот. Особенно, когда записываю, не могу сконцентрироваться максимально на 100%. Вот. Я сел, посидел, подумал, почитал все такое и разобрался, что... Что да как. Оказывается, я до этого вроде брал документы все, оказалось, не все. Вот такая фигня. Там, где генераторы на... Там было, ворота открывались, и там я слышал еще аудиозапись, и в ней был один документ, листик. Я его брал до этого, почему он мне не засчитался, не знаю. Но дело в том, что я его забрал, и все засчиталось. Продолжаем. И сейчас мы идем уже после полудня, нам нужно идти в даунтаун, радиомолчание, вернуться после полудня. Там что-то происходит, короче. Какие-то коды, насколько я понял, мы можем там отгрести, схватить. Вот, и я попробовал также запустить все... генераторы, мне удалось, я запустил все, это ничего не решило, запустил я 1, 2, 3, 4, 5, 6, и, ну, то есть все 6 или меньше. Вот Джулиан опять молчит, то есть никакой разницы не было. Все, погнали. Скоро для вас запишу видос. По геймпассу, там уже первое поступление есть, когда я записываю. Сообщение для Кольта. Из-за тебя я на дежурстве, пока не сдохнешь. Договорись, ага. Я оставила тебе кое-что перед поместьем Торси. Полчаса заворачивала красивую бумажку. Обойдешь меня, заберешь подарок. А я тебя пристрелю, пойду тусить. Ты торопись, пока я не перейду. Смотрите, сейчас будет ветелуха. Хоба. Мина полетела. До завтра, блин. Так, ворота открыты, так? Офис архивариуса. Слушай, мне кажется, я там был уже. Ну, я же здесь был вообще. Это моя вина, а есть ли разница? Никакой разницы, идем. Слова ранят глубоко. Ты тоже ее знаешь? Кого я знаю? Так, мне нужно еще выше. Ага. А вот еще выше поднимаюсь. Ну да, я же здесь был. Ее доска, ее правила. Помещение архива Эон. В каких-то ящиках там что-то было написано. Да, брелок этот шумит, заберу его. Это я все видел. Я, может, приходил в другое время суток? Эй, мисс Джей, прочитано. Угу. Так, 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 так. Так, что-то надо найти. Дай-ка еще раз гляну здесь. После полудня один из резидентов оставит открытую гаражную дверь в здании архива. Ну, то есть я туда зашел. Что-то в здании... Мне здесь нужно что-то найти. Как-то так себе здание архива, если честно. Где, блин, тут? Какие архивы? Так, смотрим внимательно. Документы. Книженца только есть. Константа.
Что за документик такой лежит? Могу читать его? Не, не могу, не читается. А, слушай. Итак, рядом со мной сидит один из участников программы ИОН. Доктор... Так, я это уже слышал. Доктор Крыщик. Первый день. Осталось всего 18 недель с хвостиком. Записываю первый выпуск для тебя, Джулиан. И главный вопрос. Когда мне починят голос? Мистер Спайсер, у меня тут результаты вашего обследования. Я вам про голос, док. Вы слышали мои хиты, мой бархатистый тембр. Вы слышите, что сейчас совсем не то. А тут же вечная жизнь, возвращение на сцену. Ну вы понимаете? Просто это немного не так работает. Так, пока, ну, пока ничего не нахожу. 80 городов, 85 концертов, 3 часовых пояса. Слишком много. Ну, судя по всему, вот архивные документы. Блин, что-то я не понимаю, если честно. Типа я зашел, но документов никаких я не вижу. Так, по крайней мере, на первый взгляд. Должны быть документы с какими-то кодами. Дай-ка я уберу эти метки, которые там стоят. Отвлекаю только. Так, еще какая-то осталась. Так, кэш. Блин, ну логично. Блин, ничего не вижу больше. Где? Где же ты спрятался? Где? Где кот? Так, это про организацию времени, это я помню. Я уже пинаю все, блин. Так, я нифига не понимаю пока. Никаких нужных мне документов не наблюдается. И там нигде нету. Что же я упустил? Где ты? Где же ты ответ на мой вопрос? Где? Стоп. Нашел. Походу оно. Так, служебная записка, получатель. Катрина Пищик, старший научный сотрудник станции Эра. Тема, доступ к РАП. Да, стопудово оно. Согласно приказу фельдмаршала, вам доверен код доступа к комплексу РАП в Даунтауне. Содержимое кода тройка. Это сообщение является строго конфиденциальным. Фельдмаршал выражает свою обеспеченность и предполагает
обеспокоенности предполагают, что одного аудиозамка для надежной охраны столь важного оборудования может быть недостаточно. Вы можете сообщить ему свое мнение по данному вопросу, воспользовавшись пунктом связи на станции Ясень. Пунктом связи на станции Ясень. Имеем в виду станция Ясень. А майор Виктор Разник, начальник службы безопасности операции «Горизонт». Она. Думал, будет так просто? Я уже знаю, где ты прячешься. Да, и что теперь тебе дать? Медаль или пирожок с полки? Ты сейчас у... Ядра стабилизатора. Да, я знал, сам бы сказал. Нет, в жизни бы не догадался. Выгляни в окно, видишь здоровенный глаз? Это я. Ты прячешься. На самом виду. Вы правы, капитан Ван. Прячусь и все вижу. Я вижу на два хода вперед, начиная искать стремянку. То есть лестницы нет? Ты угадал. Черт. Блин, а как туда добраться? Так, открыть. Так, нам нужно. Это в какое время? После полудня или ночью, да? Я обнаружил пароль от местечка под названием РАП. Тройка, пятница, имею в виду, что это... Причем Джулиан там нет. Хорошо, пойдем. Пойдем сейчас туда, загоняемся. Так, мне сейчас нужно, получается... А, подожди. Я сейчас же не могу, надо, наверное... РАП. Не, могу, могу, могу. Идем сейчас, прямо отлично. А как мне туда попасть, в этот раб? А, это вот он здесь, наверное, узнали пароль, да? Да, да, да. Тройка. Ну ладно, сейчас разберемся, что тут внутри. Наконец-то что? Это ракета. Блин, ну плохо видно, да? Да какая-то штуковина типа ракет. Наконец-то я дальше продвинулся. Ух. Так. Возникли новые обстоятельства. Ракета-план! Мне доложили, да. Что день демонстрации энергии аномалии уже я знал. Свой пик и начнет убывать. Запуск надо провести раньше на 6 недель. В противном случае вероятность успешного открытия окна не превышает 16%. Команда ракета-плана обещает успеть, если отказаться от кресла катапульты и систем жизнеобеспечения. И не устанавливать амортизаторы на шасси. Пилот, лейтенант... То есть, капитан Кольт Ван, нам пришлось всего повысить. Так вот, он в курсе и говорит, что готов он на все 110%. В общем, дело идет полным ходом. Может, это произведет впечатление на комиссию. Простите, что не сообщила сразу. Информация слишком секретная, вас наверняка прослушивают. Кольт, блядь. Получается, уже полетал, блин, по идее, на этом... На этой ракете источник всей электроэнергии. Приветствую, гражданин. В случае схлопывания аномалии, нападения неприятеля, критического сбоя системы или другой экстренной ситуации, электростанция комплекса срабатывает как огромный предохранитель и обеспечивает следующие объекты. Обеспечит станция Эрокомплекс, станция Ясен Даунтаун, Сова Скала Фристад. Станция Кальмар Карлова Бухта, другие станции операции «Горизонт» подключены к своим источникам, либо запитаны от местной электросети. Угу. Угу. Подачу энергии можно восстановить с помощью регулятора мощности диспетчерской электростанции. Код от регулятора мощности 593. Вот, это, походу, тот регулятор мощности, где были генераторы, насколько я понял. Эта информация может сообщаться только узкому кругу лиц и только в случае служебной необходимости за отчизну. Поэтому она не хотела меня сюда пускать. Надо запитать остальные станции и узнать, что осталось от горизонта. Так, раб, мы зашли. Ага... Доставить меня к ядру, стабилизатор прибывает на электростанцию, я смогу перенаправить энергию в другие районы Черного Рифа при помощи кода. Вот он, да, это точно оно, 100%. Нужно сказать что-нибудь глубокое. Океан. Акваланг. Нет, 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 нет. Это должно быть что-то банальное и военное. Бомба. Да что это? Гальванизация? Язва. Итерация? Бардак? Контрсвет? Ну, ты же сам, я понял. Короче, теперь мне нужно вернуться.
Отлично, 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 отлично. Слушай, я же могу здесь прям зайти, да. Да, мне же нужно выйти. Я могу и здесь еще мне прям туда идти. Заходим. Отлично, отлично, отлично. Продолжить. Сейчас до утра, короче, тянем, наверное. Глянем какое-то время там. Ну, это из-за того, что она висит. В Крезиуме игра. Давай, подрубайся быстрее. Ладно, давай, погнали. Так, перенаправить энергию нам теперь нужно. Угу. Хорошо. Да, резидиума недостаточно. Не дома, не в офисе. Как будто не рада меня видеть. На антенне, через которую работает петля. Ракета-план, мой шанс добраться до нее, но он где-то спрятан. На острове полно старых бункеров. Надо их обыскать. Угу. Так, вот, ракета-план. Нам нужно утро именно. Боевой набор. Давай глянем, что мы там можем. Как минимум, мы можем что-то продать. Брелоки. Это что? Пружинистые ноги. Двойной прыжок у нас есть. Итак, пожертвуем. Вы еще быстрее убиваете голыми руками. Не-не-не-не, это назад. Вот так вот. Забираем. Здесь амортизатор. Ерунда. Угу. Аналогично. Ничего не нужно, все, погнали. Ждем. Нечего нам насыщать, мы выходим. Нам нужно утро. Так, сейчас с вами сгоняем на радиомолчание еще раз. Уже было много серий до этого, туда ходил. Но в этот раз, возможно, мы уже что-то решим. Так. О, наша язва снова молчит. Хуже не будет, если возьму. Шанс есть всегда, естественно. Так, теперь мы знаем код. 593. 5. Отлично. Все открылись. У-у-у-у-у, наконец-то, наконец-то. Все, идем дальше. Теперь осторожно, естественно, надо аккуратно, блин, не подорваться на минах, на этих, как бывает, все неприятности. Блин, даже в машине генератору нужно стартануть. Нужен аккумулятор. Так, все, никого нету? Так, кто-то есть. Вот. Все, выходим. Ну, не жадничай. Давай, перезаряжайся, мы набираем нового гвоздя. Блин, там кто-то есть, слушай.
Давай, давай, малыха. Первый есть. То есть, по идее, мы сейчас запитаем, и на весь день у нас будет электричество. То есть, нам с утра надо будет всегда делать вот эту вот ерунду, по идее. Тихо, пацаны, блин. Спокойно. Ух ты! Так, у меня тут есть аптечки, есть все. У меня тут банк, арсенал, все. И аптека. Заходите. Прошу. Ты шо какой живучий. Ты шо ж так. Тихо, не надо меня бежать. Давай, вылазь, вылазь. Мой выход. Да подожди, подожди, дай я с верхним разберусь. Давай, негодяй. Ну не попал. Так, безобразие какое-то происходит. Что в этот раз мне очень... Очень грязное. Ура. А, все? Ну-ка, так можно сломать его? Можно. Было интересно просто. С аккумулятором где? А, я аккумулятор, короче, испортил все из-за этого. Ну все, будем иметь туда. Тапки висят. Ладно, давай. Слегонца насытились. Все целое тут хоть? Нет. Ёшки-матрёшки, блин. Них. Сработал. Как обычно все, короче. Идем в начало. Не работает. Давай, заводись. Я понял. Так, ладно, давайте еще раз. С утра сейчас придем. Обосрался, вот что произошло. Уже колесо давай съедим. Да, пацаны, не переживайте, я тут обдристался как бы. Бежите же на меня все, как это, дикари. Да, мы скрылись, блин, опять в этих катакомбах своих бесцельно. Давай, сейчас просто спим. Раз. Все, до утра начать новый день. Ничего страшного. Всякое бывает. Сейчас будем зато тихо играть. Что нам поделать, блин? Угу. Все, погнали сейчас. Постараюсь, по крайней мере, почище сейчас лупануть. Все, побежали. Блин, не ту кнопку.
Короче, с утра надо будет, видимо, в конце запустить вот эти все генераторные штуки. Потом Егоровскую там тему одну... Что-то там сделать, сломать машинку или что, чтобы он вечером пришел на дискач. И он вечером уже, получается, тогда будет на дискаче. Ага. Обещали бесконечное веселье, а тут холод собачий. Прям не знаю, что-то как-то похолодало. Так, еще один был. Где он? Сюда иди. Вон стоит. Отжигаем. Стоишь один уже, никого нету. Жига-жига-жига, зажигалка. Да? Хорошо, спасибо. Текущий уровень, это уже неплохо. Спасибо. Ох, бля! Ты откуда взялся тут? Где он взялся, где? Так, никакого оружия, блин. Сейчас зацеплю опять что-нибудь. Никакого огнестрела. Спокойно, ребята. Заряжаем кнопку. А, слушай, я могу сразу сюда пройти. Если я бы обосрался, так не надо и туда заходить, в следующую комнату. Давай так и сделаем. Стоять, это же выше, а не ниже. Так. А, уже было воспроизведение. Ну, шарился уже здесь, да, было. Пьяный концерт Мойры Кеслер. Без чего я не могла бы отправиться на Черный риф. Кроме полного набора оборудования? Полагаю, без любопытства? Наша аномалия единственная в своем роде. А мы вокруг нее образуем особый род единства. Нравится ли мне быть в центре внимания? Я об этом не задумывалась. И тебе не советую. Так, есть. Вот я уже и здесь. Так. Отдай мне. И это сюда. Хорошо, идем. Вообще, вот эти штуковины, они нифига не сделают страшно. Это так уже снимаю. Чтобы мне просто не мешали пока ходить. Так, ставим. Вылетает, блин. Так, лежи здесь. Если я обострюсь, то ты мне не понадобишься. Ух. Что жареным запахло. То и большой даже не пойду, по-моему, до этого я там пробовал, и у меня прокатило, даже не выключал, ну, не отключал последнюю бомбу, типа она не срабатывает на меня и не детонирует, то есть по барабану, типа, пожалуйста, пускай стоит. Так, я, кстати, за счет этого могу пройти сейчас вот здесь.
Так, внимание. Давай. Раз. Так, лучше, да, кстати, я вот здесь с ними поразбираюсь. Меня к этому готовить. Зато тут я не зацеплю генераторы никак. Все, закончились? Другой разговор тут было быстро. Да, брелочки позабираем фиолетовые. Что, за, что по стволам тут у нас? Замедляется при получении урона. Не, не надо. То да, видите, типа у каждого оружия еще дополнительно свои есть какие-то фишки. То есть, вот, например, перезаряжается быстрее машина смерти без тормозов, если попадаешь в голову. А второй, получивший урон противник, замедляется и становится легкой мишенью. Вот. А, например, вот как вот этот у меня помповый, он при попадении просто... Отдай. При попадении просто взрывается сразу же. Отлично, я думаю, сейчас все заведем. И 600. Сейчас мы сделаем все красиво. Все, 600. То есть это максимум сейчас у нас. Я не помню, бывал ли я там наверху. Вот. А, бывал, 100% бывал. Прочитано, да, значит был. Хорошо, все, сейчас мне осталось только сверху рубильники, по идее, кидануть. Так, этот включен. Кто за пультом, тот и главный. Естественно, это буду я. Так, 5, 9, 3. 5. 3. 9. И. То есть мне, по сути, здесь не надо включать, да? Заводись. Открывайся, падла. Ну. А ты хочешь, чтобы я здесь завел еще? Ну, раз уж я здесь. Не, так, я там был уже, мне это... Во, видите, он не, даже, типа, не просит. Я все три двери могу лупануть. Милая Карлова бухта. Все, валим отсюда. У нас все прокатило. Сейчас я хочу швырнуть его. Парень! Бомбочкой почти. Все. Опа. Ну что? Готов.
Егор, в своем репертуаре. Человек-невидимка. Я помню, что нужно здесь какую-то штуковину взять, эту, которая глушит эти... Ну, мне сейчас не надо. Ладно, не буду заниматься тем, чем не нужно на данном этапе. Я-то знаю, что там нужно. Поставить ерундовину, которая вот это поле уберет, и типа появится там печатная машинка. Валим. Четко, идеально. Продолжить. Ну все, сейчас на этом мы закончим. Я подготовлю только к следующей серии уже. Что там, куда мы дальше пойдем? Будем все эти три двери рыскать. В следующий раз, надеюсь, мы там не помрем. Так, отлично, все. Надо глянуть, какое время там все. Вот, Downtown, Scalafristad. Вот. Ага. А время, когда это? Есть разница, когда я пойду, вообще нет? Что мне осталось три. Вот. То есть у нас есть... Да, получается, мы начинаем с ясеня. Ага. Сова. Два. Ну, то есть это Даунтаун, по-моему. То есть все хорошо. Даунтаун. Даунтаун. Скалафристад. А потом Карлова бухта. Ну, то есть все в порядке. Да, оно все стоит у меня нормально. То есть сразу идем потом в Даунтаун. Раз, два, три. Как раз три у меня периода в сутках еще остается, на которые я могу рассчитывать. И за эти три выхода мне нужно все сделать. И это сделаем мы в следующей серии. По крайней мере, я постараюсь, чтобы никто не завалил. То тут бывает, как Dark Souls, я что-то там запланировал или секира какой. И тебе там раз, два, и ты уже готов. Блин. А так все, ребята, девочки, всех обнимаю, целую, до новых встреч на моем игровом канале. Также обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, ставьте дизлайки. Это помогает и каналу, и помогает мне чувствовать себя приятнее и делать еще больше для вас видосов и самому еще больше играть. Всем до новых встреч на моем игровом канале. Также, кому интересна музыкальная моя сторона жизни, подписывайтесь на музыкальный канал, ссылочка в описании. И до новых встреч, пока-пока.